после смерти Мишель. Я чувствовала ужасное одиночество. Оно вынудило меня выйти в мир и найти в нем свой новый путь. Как же я рада, что ты решила начать свою дорогу с университета Кассадаги. Ты могла заметить, что у нас есть несколько закрытых зон. Мы довольно щепетильны в вопросах личной жизни. Лили искала новый дом. Привет. Привет. Я Лили Мурал. Переехала сюда пару дней назад. Майк. Новая жизнь. Вы когда-нибудь посещали спиритические сеансы на окраине города? Мне кажется, существуют места, в которых известная реальность расширяется. Думаю, Кассадага — одно из таких мест. Новый способ избавиться от ее прошлого. Я вызываю дух Мишель Мурал, сестры Лили, дочери Колет. Я вызываю дух Мишель Мурал, сестры Лили. Знаменная сущность. Покинь нас, призрак! Уйди! Болливуд Entertainment представляет. Если к тебе пришел мстительный дух, он не отступится, пока ты не сделаешь то, чего он хочет. Энтони Дибласи. Режиссер фильма «Страх». Продюсер «Полуночного экспресса». Представляет новый шедевр в жанре хоррор. В паре метров от места, где я стою, мы наблюдаем то, что когда-то было жительницей Кассадаги, пропавшей 4 года назад. Ее тело было найдено и затем спрятано в подвале столярной мастерской, где его расчленили и собрали заново в виде ужасной человеческой марионетки. Если вы приехали в Кассадагу, больше вы ее не покинете. Ты очень красивая девочка. Очень красивая. Кассадага. Скоро в кинотеатрах.